Региональное военное командование ШГС провело тактические учения по отработке антитеррористических действий. Главная цель – скоординировать все подразделения для мгновенной локализации и обезвреживания предполагаемых бандформирований. Учения проходили как в дневное, так и в ночное время. По сценарию группа террористов захватила ряд заброшенных домов на окраине города. Перед подразделениями быстрого реагирования стояла задача уничтожить противника. На высоком уровне прошли и ночные стрельбы. Погодные условия сложные, снег с дождем, ветер. Однако, несмотря на это, нам удалось выполнить поставленную перед нами задачу.